На трассе Джанкой-Симферополь возле села Первомайска Симферопольского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и трактора. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По данным свидетелей аварии, автомобиль Mercedes-Benz Vito въехал в микроавтобус дорожной службы, из-за чего на трассе образовалась большая пробка. На фото, опубликованном в социальных сетях свидетелями происшествия, видно, что микроавтобус дорожников сильно искорежен. В пресс-службе ГИБДД по Республике Крым рассказали, что по предварительным данным в аварии пострадал один человек.